Война была вызвана стремлением России обезопасить Санкт-Петербург и побережье Ботнического залива в Балтийском море от иностранного вторжения через территорию Финляндии, принадлежавшей Швеции. Накануне войны в 1807 году Александр I, исходя из условий Тильзитского союзного договора с Францией, предложил шведскому королю Густаву присоединиться к континентальной блокаде Англии. Швеция не желала прерывать весьма выгодные для нее экономические отношения с Великобританией. Король не только отклонил предложение России, но и заключил в январе 1808 года договор с Англией о денежной и военной помощи на случай русско-шведской войны. В феврале 1808 года Россия опубликовала декларацию с объявлением войны Швеции. В том же месяце русские войска вошли в Финляндию, в марте овладели крепостью Свеаборг, Аландскими островами, островом Готланд и заняли столицу Финляндии Або. Первые успехи сменились на неудачи из-за разобщенности действий отдельных отрядов, шведского наступления и развернувшегося в тылу русских партизанского движения. Наполеон, подтолкнувший Россию к войне, не только не прислал подкреплений, но и отозвал часть французских войск из Дании, соперницы Швеции на Балтике. Англия, несмотря на договор, не оказала помощи Швеции. Обе стороны оказались без поддержки своих союзников и были вынуждены заключить в ноябре 1808 года перемирие, которое они использовали для подготовки к новой кампании. С февраля по март 1809 года отряды под командованием Багратиона заняли Аландские острова, вступили на шведскую территорию, остановившись в 100 километрах от Стокгольма. Успехи русских войск заставили Швецию предложить мирные переговоры. Они были прерваны шведским правительством, когда русское командование начало отводить отряды, чтобы они не оказались отрезанными от основных сил армии. Однако новые победы русских войск привели к возобновлению переговоров. Сторонник продолжения войны, король Швеции Густав IV Адольф, был низложен. Новым королем был провозглашен его дядя Карл XIII. Швеция прекратила сопротивление. Война завершилась подписанием мирного договора. Фридрихсгамский мирный договор в отношении Финляндии действовал вплоть до 1920 года, когда согласно Тартусскому мирному договору между РСФСР и Финляндией была признана государственная независимость Финляндии.